На конкурс дети читают стихи. Юрин Никита, 7 лет, город Радужный. Михаил Садовский, доброе сердце. Я как-то в дом принес щенка, бездомного бродягу, чтоб подкормить его слегка, голодного беднягу. Ну что ж, сказала мама, пусть он поживет немножко, в глазах его такая грусть, найдется супа ложка. Я во дворе потом нашел котенка чуть живого, его принес я тоже в дом, сказала мама снова. Ну что ж, она сказала, пусть он поживет немножко, в глазах его такая грусть, найдется каша ложка. Я под гнездом нашел птенца, над ним вороны вились. Я спрятал в шапку сорванца, мы с ним домой явились. Ну что ж, сказала мама, пусть он поживет немножко, в глазах его такая грусть, найдется хлеба крошка. Однажды я принес ежа, ужа и черепаху, и заяц в нашу дверь бежал, наверное, со страху. Сказала мама, пусть живут в квартире так чудесно, и если потесниться, тут и нам найдется место.